Очередь к прилавку у торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кета, зубатка, палтус, слабосоленая и холодного копчения. Ну и, конечно, царица морей чавыча. Чавыча взяла. И белорыбица. Что выбрали? Чавычу да белорыбицу. Чавычу и икру. А почему чавычу? Ну, я пробовала, как мне понравилось. Купил белорыбицы кусочек и чавычу кусочек для пробы. Я чавычу в холодном копчении. А почему ее? Я уже беру ее третий раз, нравится. Также в ассортименте ярмарки печень трески. И камчатский деликатес, икра горбуши и чавычи. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Известный факт, что красная икра является источником легко усвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Икра чавыча очень вкусная, замечательная, с маслицем, с хлебушком, прям великолепная. Они в тот раз приезжали, мне понравилось, я хочу еще взять. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Радищева, 1/80. Выставка-ярмарка работает с 13 по 19 декабря ежедневно с 10 до 19. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».